Я пересекаю улицу Бабушкина. И иду вниз по направлению к площади Декабристов. Площадь Декабристов, как я знаю, ее реконструировали. Причем ее реконструировали с помощью вот инициативной группы «Красивая Чита», кажется, так она называется. Вот, просто общественники сами собрались, нашли спонсоров, сделали проект и переоборудовали площадь. Ну, когда власть не может ничего сделать, но берутся за это общественники. Вот деревянный дом такой. Нет, определенно, конечно, в этих домах есть своя красота. Эти дома, они с душой. Вот если посмотреть на, как сделаны вот эти вот орнаменты, входные двери. Ну это же просто, ну сказка, друзья, сказка. И вот это можно все потерять, забыть. И этого просто нельзя допускать, надо сохранять это. Деревянных домов в Чите еще достаточно, но тем не менее, все равно их надо беречь. А это улица Чкалова. Чкалова — это у нас магазин какой? А, сейчас одежда, обувь. Раньше здесь продавали технику. Магазин был «Славянка», потом «Самсунг» специализированный был магазин. Ну, сейчас вот одежда, обувь большим спросом пользуется.